полетов. Какой вес? Друзья мои, приветствую вас с причальной стенки нашего яхт-клуба. Вес, вес сотка. Да, нормально? Вот, сейчас я собираюсь в полет. Вот на этом замечательном аппарате. Последнее приготовление. На меня надели вот такой жилет спасательный. В полет меня провожает Виталий и Наташа Башидзе. Вот они. И Нео. А где Нео? Нео вон там. А, вон он, Нео. Вон, вот. Вот Нео, видите? В общем, я в снаряжении, вот, взял с собой фотик. Вечер, где-то около 8 часов вечера. Ну, мы никуда не спешим, спокойно, все хорошо. Блин! Да, но у меня сегодня вот для вас плохая новость. Я упустил дрон, который мне подарил мой троюродный брат Гия Бугатурия. Гия, прости меня, Гия. Дрон улетел вот туда, Гия. Вот в ту сторону, в сторону Самеба, и исчез в облаках. Ну... Виноват, Гиос. Прости меня, братуха. Но зато 5 минут счастья, когда он летал на поляне, я испытал невероятного счастья. Сегодня вот я хочу полетать сам на этом летательном аппарате. Ну и что? Ждем команды. Вот мой пилот. Познакомьтесь, как вас зовут? Сергей. Сергей. Николай. Вот. И вот сейчас мы с Сергеем, значит, взлетим и полетаем. Батуми 67, Skyline 1.4. Вот Сергей делает запрос береговой службе на разрешение на вылет. Батуми 67, Skyline, Бутварный 1.4. Виталик, а ты можешь снимать моей тыковкой? Кстати говоря. Небольшая проблема, но не сколько. Так, какая-то небольшая проблема, но это меня не касается. Вот Виталик. Она уже идет сзади? Нет. Вот на эту тыкнешь, тогда пойдет. Это я учу по ходу. Виталика, как пользоваться? А, вот она сейчас идет. Да. Да? Да. Вот снимай. Друзья мои, ну даже не знаю, сейчас выключаться или когда. Ну, скажет, наверное, пилот. Потому что во время работы винтов я уже не буду вести репортаж. Вот здесь, да, проход? Так, смотри. Да. Обязательно. Да. Аккуратно. И это тоже не потеряй. Хорошо. С очками что будем делать? Они на веревке. Очки на веревке, но будет. Ну, она, это считай, не на веревке. А? Это считай, не на веревке. Очки. А я это пристегну, там затягивается вот этот узел. Вот давай я тебе затяну, потому что потом тебе неудобно будет. Ага. А что, не соскочишь, что ли? Ну, дыру. При повороте головы. А, нет, тогда я их сниму, повешу как фотоаппарат. Не, давай я их заберу. Очки? Да, ну, я в принципе, да, но только учти, что они с диоптрией. Ну, ты плохо видишь, да. Вообще? Очень. Тогда давай я натяну. Ну, пускай так будет, я сейчас нет, разберусь. Чтобы да, мне вытянуть веревочку. Ну да, ну да. Затяни и все. Все. Давай, я хочу затянуть тебя? Да, давай так, сейчас так, вот возьми, повесь на себя и фиг с ними. Все, окей. Ладно? Только сигареты осторожно, они в этой пластику. Все. Друзья мои, ну тут такие... На берегу оставляем. Тут. Угу. У меня полосочки серые. Так. Давай я тебе потом... Клево. Давай, хорошо, давай, пока снимай. Да. Клево. Так, а можно облокачивать? Да, 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 наступай. Так. Левой ногой сюда и левой. Куда? Сюда. Левой рукой под трос сюда и на меня, за меня как на этом, я понял. Так, сейчас спиночку, во. Удобно? Да. На, держи камеру. Не урони, хорошо. Спасибо. Камера не улетит? Нет. Все, смотри, аккуратно. У тебя крышка на фотоаппарате. Ну, все нормально. Ты потом не сможешь. Да, да, все, на веревке она. Включи. Она на веревке.
Ну, ребят, ну что вы, нет, это, не первый год замужем, но... Все, друзья мои, мы сейчас вот будем взлетать, это последние мои слова, потому что включит двигатель пилот. Ну, я имею в виду крайний, да. На ближайшие 10 минут. Да, пока помолчим, да, пока посмотрим. Поехали! С Богом!